ВП РФ совместно с Банком Дом РФ предоставил гарантийную поддержку ООО «Верхневолжское автотранспортное предприятие», которое будет обслуживать основную часть маршрутной сети в Твери-Калининском районе в рамках новой модели пассажирских перевозок. Общий объем гарантийной поддержки составил 2 миллиарда рублей. Новый транспорт экологического стандарта Евро-5 будет низкопольным, оснащенным современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленным в едином стиле. На первом этапе будет функционировать 85 маршрутов в Твери-Калининском районе, 30 муниципальных и 55 межмуниципальных.